Чистые подъезды, достаточное освещение, газоны и детские площадки, исправные коммуникации, порядок в подвалах и на крышах. Такие дома Череповца второй год участвуют в конкурсе «Дом образцового содержания». Дом по улице Наседкина, 4, стал лучшим среди 5 этажек старше 25 лет. В этом году очень много сделано совместно с управляющей компанией. Ездили прямо под окнами машины. Поэтому вот было сделано ограждение с той стороны дома. Тоже там не проезжий, там тупик около дома. Тоже сделали ограждение. Теперь хоть не ездят по газону машины. В виде экономии мы поменяли светильники, более экономичные, это у подъездов сделали. Ну вот в этом подъезде мы не сделали, чтобы для экономии. Здесь светло от этого подъезда, с этого подъезда. Вот. Потом в подъездах мы эти датчики движения сделали, то есть тоже как бы для экономии. Мы сейчас будем платить как бы по факту за электроэнергию. Вот для этого и делалось все. Ну, летом у нас, конечно, около дома красиво, потому что здесь озеленение сделано. Теперь мы проводили субботник и посадили цветочки, кустики. Нам управляющая компания в этом помогает, что и вовремя обкашивается все зелено. Красиво сейчас стало около дома. Коммуникации у нас в нормальном, в хорошем состоянии, потому что мы в подвале постоянно каждый год проверяем. Если где-то какие-то недочеты, мы сразу исправляем, как бы с управляющей компанией мы в этом плане работаем. Мы вот, я лично сама хожу и на крышу ходим вместе с управляющей компанией. Ну, как бы совет вот работает в этом плане неплохо. В доме у нас очень хорошая платежеспособность, где-то 98% квартплаты за коммунальные услуги. Совет старается вот с людьми общаться, разговаривать. Мы сколько раз проводили собрания в подъездах. Весной делаем обход по дому, да, весенний вот осмотр дома. Если какие-то замечания есть, сразу как бы их планируем. Ну вот в этом году у нас это самое было этот по крыше, этот там кое-какой ремонт. Потом в каких подъездах швы вот это межпанельные. Потом в каких-то вот в квартирах были там козырьки на верхних этажах. Тоже это сделали. Еще и машин некуда ставить. Люди вот и на газон стараются. Мы уж с ними и ругаемся, и говорим, и замечания делаем. Вот сейчас у нас подготовлены документы на благоустройство дворовой территории. Вот у меня просьба просто такая, что нам ничего не надо, но нам для первого места бонусом, чтобы нас включили в программу и чтобы сделали нам двор.